Здравствуйте. Ну, начну обзор свой с нового места. Вот мои птички отправились сюда. Они сами заходят в дом, когда хотят покушать, отдохнуть, спрятаться от солнца. Тут еда, вода у них есть. Ну вот, сосной застелено все. Здесь еще и корм гусям стоит, на моим уточкам. Ну, а хочу показать то, что вот в предыдущем видео было показано, что мы заказали песок. Сюда переместились мои утки. Видите, у них прямо отдых, как на океане. Вон они, радостные и довольные, плескаются в воде. У нас очень жарко. Поэтому, когда закончили строительство вот этого всего до конца полностью, то вот затянули еще, ну, меньше половины части пленкой укрытия от дождя, от снега, ну, главное, от солнца. Вот здесь сохраняется тень, то есть, видите, такой кусочек небольшой, он остается в тени. И ванную решили прикрыть, пока поставили наш этот океанский зонт, для того, чтобы вода дольше оставалась прохладной, ну и не нагревалась. У нас стоит пекло 30 за 30, поэтому вода, когда наливаешь холодная, она очень быстро превращается в горячую ванную. Поэтому вот решили прикрыть тоже. Ну, что осталось здесь? Здесь, по сути дела, осталось сделать какие-то, может быть, навесики, чтобы могли птицы заскакивать, когда им нужно. И домик, просто покрасить домик. Вот внизу обработка этим белым защищающим дерево составом покрыта. Также вот и все понизу вот обработали со всех сторон и сзади. Остается только домик покрасить в наш оливковый цвет. Как вот здесь эти первые, видите, панели все выстроены. И все нормально. Ну вот, поскольку нельзя полностью закрывать вольер ни у куриц, ни у гусей, ни у любой другой птицы. Выгул – это очень важно, и солнце очень важно, витамин D так птицы получают. Ну и нужен полутенек сохранить. Вот у нас вышел такой, видите, грубо говоря, по треугольничкам, как вышла одна часть полутени, одна на солнышке. Ну и все это засыпали песочком. Сейчас у нас чисто, и даже если какие-то капли попадают или вода, все это уходит в песок, песок просто сцепляется, и грязи нет, лапки всегда чистые, чисто в самом, так сказать, в домике внутри, ну и на улице. Фазаны тоже выходят на улицу гулять, но это когда им хочется. Сейчас у них время завтрака. Ну, а теперь покажу вам и курятник, конечно. Курятник тоже приобрел совсем другой вид из-за того, что мы здесь 2 дня зачищали все. Поскольку утки ушли, и вода ушла отсюда. Здесь подсыпалась и трава, и стружка временами. Когда шли очень сильные дожди, то, конечно, здесь от этой теплоты и от воды, сами знаете, очень быстро может развиться бактерия. Сейчас уже, вон, смотрите, песочек подсох. О, какой прекрасный. Чистый речной песок, без каких-либо добавок или чего-то. Натуральный песок. Было заказано тонна 360 килограмм. Вот в этом громадном пакете столько умещается. Поэтому, собственно, и привезла машина. Этот вольер остается у меня закрытый, поскольку в начале сентября мне придут еще 9 молодых цыплят. Ну, конечно, они будут первое время у меня опять же в доме под красной лампой, потому что они недельные, двухнедельные. И сюда их выпускать как бы рановато. Ну и должны адаптироваться, постепенно привыкать. Ну, куры мои, видите, вот они все сейчас уже гуляют. 2-3 дня были закрыты в курятнике. У нас здесь шла очень хорошая чистка этого всего вольера. И домик сам внутри обработался водой с 5% уксусом. Все стойки протерла, стенки протерла, конечно, все это, чтобы убрать бактерии, то, что с ногами таскалось от подгнившей травы. У нас здесь просто этот вольер, даже когда здесь была теплица, был немножко как бы вогнутый внутрь. И когда проходили дожди, вот около выхода даже сохранялись лужи. Но это очень плохо. Птицы постоянно что-то ищут, копают, сами знаете. Ну, у меня опыт небольшой, но учусь на своих граблях, так сказать. Поэтому, по сути дела, вот решили сделать так. Здесь будут у меня только куры. Поляк наш еще молчит.
Вот он схватил дольку от арбуза. И вот он тут его уже подобрали у него. Ну, курю потихоньку несут яйца. Нет, нельзя сказать, чтобы каждый день у меня здесь куча лежала. Нет, они еще совсем молодые. Сейчас, по сути дела, уже, ну, получается 5 месяцев курям, наверное, около того. Некоторые несут яйца. Вот эти с мраморной головой, как я их называю, вот эти вот, видите, вот сейчас вот она стоит. Вот они дают бледно-розовые яйца, а другие курочки, какие-то, которые начали нести, они бледно такие светло-коричневые. Мы яйца уже пробовали, вкусные, конечно, сравнить нельзя с магазинными. И поскольку я, когда добавляю зелень, то обязательно помимо капусты, салата, бывает арбуз, дыня, кусочки, скорлупа яичная, я добавляю, еще натираю несколько морковок. И поэтому желток всегда очень насыщенно оранжевый, красивый. Ну вот. Теперь смотрите, как стало чистенько, совсем аккуратно. Конечно, наверное, совершенству нет предела, так сказать. Поэтому мы где-то на своих ошибках, где-то много глядя на интернет, делясь люди опытом, рассказывают очень много полезной информации. В общем, смотрим везде, смотрим на себя, смотрим всюду. И пытаемся выбрать что-то лучшее. Ну вот, курицы мои все здоровы, слава богу, активные. Так что вот у нас тут все прекрасно, жизнь продолжается. Рисунок все никак не могу доделать. Была стройка рядом с фазанчиков, чтобы скорее отправить уже на свободный выгул. Вот. Так что вот так. Ну вот видите сами. Чисто, аккуратно и красиво. Хозяину глаз радуется. И хозяйке. Ну вот видите, вот так выглядит. Еще остался песок. Если надо будет где-то подсыпать, подсыпем. Привезли его вот в таком громадном пакете, конечно. Здесь еще осталось. Ну, куда надо будет, мы потратим. Сегодня с утра муж закашивает траву. Очень хорошо, быстро идет. Вот широкий захват идет. Я уже делала отдельное видео и показывала. Прекрасно просто. Большая полоса. Не надо долго, так сказать, мучиться. А сам участок весь закосили небольшой. Ручной, механической. То есть она сама едет, только успевай за ней догонять. Она едет вперед, ты только направляешь. Такую была у нас взята для удобства. Ну вот, наши уточки, видите, под прикрытием, так сказать. И фазанчики. И курицы тоже сейчас обезопасены от, от этой влаги, которая тут у нас. Скоро у нас начнется по сезону дожди, их будет очень много. И песок хорош тем, что он просто прибивается, и все. Лапы чистые, заходят в курятник, лапки чистые, песочек стряхнули, и всех делов. Ну, а там, конечно, раз в неделю я бегаю, подбираю помет. Не даю много, чтобы, так сказать, закакали. Когда поддерживаешь постоянно чистоту, то она, собственно говоря, себя и оправдывает. Ну вот, ребята, у нас воскресенье, прекрасный день, солнце. Много работ еще по саду. Так что вот, сделала небольшой варьер, как изменился у нас вид одного и второго места с песочком. Ну и фазаны. Фазаны уже могут гулять где хотят. У них такой уже подошел возраст и такая величина, что вот через эту сетку уже, если даже голову просунут, на тело не пролезет. То есть безопасно совершенно. И у нас понизу здесь, везде, видите, идет захват сетки по всему периметру. И вбита в землю, идет под низ. То есть даже если подкопать рядом около самого дерева, все равно нельзя вылезти, потому что сетка везде защищает. Остается сделать пару навесиков, чтобы птица могла себя чувствовать еще лучше. Ну и вот снизу, где больше влага как бы достается, вот это уже закрашено защитной. Может быть, ее и до конца докрасим. А потом уже пустим этот зеленый краску. Так что вот так. Все наши новинки на данный момент. Спасибо всем за просмотр. Это была ферма начинающих фермеров. Штат Теннесси. Спасибо за ваши комментарии, за лайки. Если что, задавайте какие-то вопросы. Обязательно, что знаю, отвечу. Ну все, всего хорошего. Отличных всем наступающей новой недели. Пока-пока.
оптимизма и радости.